Всем привет, друзья! Меня зовут Костя, и это вторая часть прохождения Джорни. В предыдущей серии мы оказались в этом месте. Мы являемся вновь представителем весьма странной цивилизации. Никого нет. Этот мир словно вымер. И происходит что-то очень странное. И мы пытаемся разобраться, что здесь творится. Ай, вы только посмотрите на это. Огромные-огромные дюны. На десятки и сотни километров вперед только песок. Я что-то увидел за этим барханом, если мне не показалось. Чем дольше наш шарфик, тем дольше мы можем удерживать себя в воздухе, насколько я понял. Да, мне не показалось. А точно так же, как и Сабзу, я, скорее всего, буду загружать по одной части в день. Потому что они и так долго обрабатываются. Ух ты. Эй, ребята! Привет! Как у вас дела, родные? Ух ты. Вау. Когда эта игра вышла, я был ею очарован. Эй, дружок! Привет. Это может быть другой игрок. Не тот, которого мы видели в первой серии. Они все могут быть разные. Здесь мультиплеер похож на Dark Souls. То есть, если у вас игра лицензионная, то вы, по сути, все время онлайн. И вы можете увидеть вот таким вот образом других игроков в своей сессии. Это прикольно. Я люблю, когда так. Так. Нам стоит думать туда. Мне интересно, есть ли здесь где-нибудь еще что-нибудь. Ну вот как минимум. Так вот, о чем бишь я. Когда эта игра вышла, мне было всего лишь 15 лет, и я был ею очарован. Это было какое-то чудо. Мне тогда казалось, что это самая лучшая игра. Впрочем, это не игра даже, это просто опыт. Тяжело назвать такую вещь игрой. Это опыт. Волшебный, незабываемый, непередаваемый опыт. Дружок с нами. Но в те годы я не мог в нее поиграть, потому что она была исключительно для консолей, а у меня никогда не было консолей.
И поэтому я был счастлив, когда она наконец-то вышла на ПК, и я смог в нее поиграть сам. Дотронуться до этого чуда, скажем так. Так, есть ли здесь еще что-нибудь? За этим барханом, допустим. Нет. Кажется, ничего. Эй. А, нет, нам туда. Нам туда, кажись. Но здесь... Здесь также есть кое-что. Как нам сюда попасть? Очень интересно. Я видел там наверху... Улучшение для нашего шарфика. Такое ощущение, что нам нужно как-то... Нет, не так. Не знаю, честно говоря. Ладно. Давайте двигаться дальше. В этой игре не хочется прям сильно заморачиваться над такими вещами. Хотя подождите. Вот, я понял. Все. Ребята. Ну, камон, ребят. Вы бы меня еще потолкнули. Я не знаю. Вот так вот. Спасибо вам. Теперь можно двигаться дальше. Туда нам нужно. Не песок, а жидкое золото. Воу, далеко. Эй, привет, ребят. Мне интересно, что может быть здесь за этим барханом. Дружок, видимо, ушел. Не откликается больше. Смотрите, там что-то есть. Стоит сходить проверить, как считаете? Что произошло? Ага, я вижу. Я вижу. Добраться бы теперь туда еще.
А это не очень просто, скажу я вам. Эй, ребята, помогите мне взять эту штучку. Ребята. Честно говоря, хотелось бы, чтобы вот эти моменты были несколько попроще. Один раз у нас почти получилось. Но ты посмотри, никак не получается. Вот, наконец-то. Это было не очень просто. Но мы справились. И теперь можно идти в то место. Там что-то... Что-то там нехорошее происходит, судя по звукам. Песчаная буря какая-то. Как неуютно стало. Очень быстро. Давайте глянем, что нам здесь нужно сделать. Ух ты, высоко. Так, ну я полагаю, что как минимум необходимо забраться наверх этой башни. Эй, привет. И вот так вот. Максимально неуютно, честно говоря. Это место. Оно какое-то злое. Эй, ребята. Дружок, помоги-ка мне, пожалуйста. Спасибо тебе. Ну-ка, давайте посмотрим.
Ничего себе, сколько вас. Эй, дружок, что такое? Снова мурашки. Невероятно. Ну-ка, тихо, тихо. И вот так вот. Еще одну нашли. Боже, какой уже длинный у нас шарф. Интересно, мы встретим еще кого-нибудь из других игроков? Угу, вон еще один вижу. Эй, ребята. Ребята, подождите меня. Я с вами, Ребзи. А куда нам дальше? Через эту стену перемахнуть нужно. Но как? Нет, ну с помощью этих ребят стоит думать. Не пропустил ли я здесь чего? Вот здесь, например. Нет. Давайте, ребят, помогите мне как-то, пожалуйста, подняться наверх. Мне нужно. Ну да, как-то так. Но у меня не получается до конца это сделать. А вот теперь получилось.
Пойдемте, что ли, этой дорогой. Нет. Не смог забрать. Ну ладно. Вы простите, что я молчу, но в такие моменты не хочется ничего говорить. Это слишком прекрасно. И мы опустились куда-то очень и очень глубоко. Эй. Нет, показалось. Нет, не показалось. Привет, дружок. Простите, это были мои пальцы. Что-то нехорошее произошло. Ну, пойдемте дальше. И мы попали в какое-то очень и очень темное и страшное место. Не очень здесь приятно. И, пожалуй, это хороший момент, чтобы закончить вторую часть. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что вам нравится эта маленькая замечательная вещь так же сильно, как она нравится мне. И увидимся в следующей части. Благодарю вас за просмотр. До скорого.